Ювелирные украшения бывают вечерние и повседневные, дорогие и более демократичные, самоцветными и драгоценными камнями. Изысканные украшения, созданные рукой умелого ювелира, всегда выгодно подчеркнут красоту женщины в любой обстановке. Эти комплекты золота 585 пробы в белом и красном цвете. С драгоценными камнями, бриллиантами, сапфирами, изумрудами. Они будут уместны на каждый день, уместны к любому дресс-коду. Также они универсальны по возрасту, как подойдут и молодой девушке, и даме элегантного возраста. Очень часто дизайнеры вдохновляются романтическими историями из книг, фильмов и реальной жизни. Популярность сапфиров возросла именно тогда, когда принц Уильям сделал предложение своей тогда еще будущей жене Кейт. Он подарил кольцо сапфиром, которое когда-то принадлежало принцессе Диане. С тех пор стали заказывать копии этого кольца и в золоте, и в серебре. И также довольно-таки известные ювелирные дизайнеры стали делать реплики на это кольцо. Ювелирные изделия – это не просто украшения, выполненные из золота и драгоценных материалов. У каждого камня есть свое значение. Например, комплект с изумрудом можно подарить будущей мамочке. И в следующем году у нее родится здоровенький малыш. Гранат – это камень любви и страсти, и поэтому его часто дарят своим возлюбленным. Бриллианты – это классика ювелирного жанра, и его всегда приятно дарить и получать в подарок. Эти комплекты с драгоценными камнями очень тонкие и изящные, и поэтому в среднем серьги и кольцо стоят порядка 13 тысяч. При покупке ювелирного изделия стоит обращать внимание на вкусовые особенности человека. Поэтому их стоит дарить только близким и родным людям. А в качестве подарка для друзей, коллег и партнеров по бизнесу можно выбрать другие изящные предметы.